Легендарный ансамбль отца азербайджанского, также называемого обновленным, Тара, Садыхджана. Справа налево, Каманчист Атабык Дагюл-Оглы, Садыхджан, Бюльбюльджан, с Дефом. Нагарист, Гусейнбала, Васакики Алишвили. Тифлис, 1878 год. В 90-х годах 19 века, под руководством Садыхджана в Шуше, был создан ансамбль, в состав которого входили известные певцы и музыканты того времени. Среди учеников Тариста, были такие известные музыканты, как Курбан Примов, Мишади Зейнал, Арсен Ярамышев, Марди Джинибеков, Гамит Малыбейли, Мишади Джамиль Амиров, Ширин Ахундов и другие. Садыхджан, настоящее имя Садых Мирза Асатаглы. 1846 год, Шуша 1902 год, там же. Азербайджанский народный музыкант, тарист, создатель азербайджанского, также называемого обновленным, тара. Садыхджан является одним из самых известных азербайджанских исполнителей на таре. Усовершенствовав тар, Садыхджан расширил возможности виртуозного исполнения на этом инструменте. Он увеличил число струн с 5 до 13, провел дополнительные изменения в корпусе инструмента, а также полностью изменил систему лотков на шейке тара, уменьшив их количество с 27, 28 до 22. Внес значительные новшества и в азербайджанский мугам. Усовершенствовав мугамы, сёгих, и Мирза Гусейн сёгих, и улучшив мугам, махук. Появление же в азербайджанской музыке, таких мугамов, как махур хинди, орта махур, забул сигах, харич сигах, Мирза Гусейн сигах и етим сигах, чабан баяты, связано с творчеством Садыхджана и азербайджанским инструментом, под названием тар.